На самом деле, конечно, не вор в законе. Он был держатель общака. То есть казначей по зоне. А на зоне это считается второй человек после вора в законе. Ну так уж случилось, что мы с ним сошлись. Я тебе писать буду, если я не знаю? О чем писать-то? Детали говори. Без деталей я ничего... Как я? Где жил, родился, что думал? А ты мне какие-то вопросы такие задаешь? Правильно. Что ты думал, когда последний раз сидел? Спустя где-то, наверное, года полтора или два, он мне сказал: Саша, я, говорит, удивляюсь, ты за это время ни одной ошибки не сделал. Я понял, что ошибки это по зоновским мерам, по зайковским мерам. То есть у них есть свои законы, которые нельзя нарушать. Нарушил закон, значит, то есть тебя после этого уже опускают. Запродолить. Это что? Замочить. Западло. Замастырить. Но получалось, что у нас с ним было все окей. И так вот, все это было окей. До тех пор, пока... На самом деле, я сам не совершил ошибки. Прихожу я к Юре на хату. Его Юра звали, этого рецидивиста. У него сидит Серый в гостях. У них самогон плещется. Ну, естественно, уже после третьего стакана Юра начал говорить о своих подвигах. Какие подвиги у Юры? Раз, два, три, четыре, пять. У него официально было три убийства, официально. Ну, за что он сидел? На самом деле у него было их намного больше. Их было, штук 20 убийств. Ну, в общем, получилось так, что стоматолог
А у него кличка была по зоне стоматолог. Он же все свои ходки ходил по разбою. И у него была привычка все свои жертвы, если есть золотые зубы, выдирать их. Он выдирал зубы у живых людей. Ой, Костя, я не могу слушать сейчас. Он выдирал зубы не только у живых, у тех, которых грохнул. Неужели? Выдирал. Костя. Вот за этого, как бы сказать, стоматолог, нормально, кликуха, ну чё ж тут нормально. Давай о женщинах хвастать. И давай он говорит про то, как трахал одну смачную, классную женщину, жену уважаемого в этих местах человека. Не говоря имени. И вот где-то после третьего стакана я понял, о ком он говорит. Я понял, что Юра его убил. А инсценировал как самоубийство. Юра, это ты случайно не про Витьку говоришь? Понял. Ты понял все. Он понял, да? Серый. Понял он. Далеко он не уйдет. Юра, слушай, Юра, не держи других за дураков. И не считай себя умнее других. Ты не забывай, что Витя был мой друг. И учти, Юра, что я знаю много чего лишнего, что тебе не нравится. Я знаю, что ты знаешь, что я это знаю. Ну ладно. И вообще, я просто наехал, говорю, знаешь. И
Что же вы сделали? Да ничего не сделал. Я просто-напросто взял и ушел. Но просто перед тем, как я ушел, я им наговорил кучу слов. Наговорил. Вот. Нажил врага. Неизбежно. Просто я наговорил кучу лишних слов. Лишних слов. Вот. Из-за чего и началось. Все. Прощай. Сижу я у себя. На даче. Пропалываю огород. Копаю грядки. Вдруг смотрю. Идут двое. Вот как раз Юра вместе с Серым. Вот как только я увидел, что они идут, я просто, как бы сказать, вот внутренний голос вот подсказал мне, Саша, они идут тебя убивать. Как друзья. А как я могу друзей встречать с топором, да? Я же не могу друзей встречать. Ну, здравствуйте. Ой, Саша! Мы тебе пришли с самогоном! Они пришли с самогоном. И началась пьянка. Двое суток мы пьянствовали. Потому что кроме этих 1,5 литра самогона, у меня еще было почти 1,5 литра спирта. Серый, это один из местных таких шалопаев, которым деньги не платят, с одной стороны, а с другой стороны, деньги не за что платить, потому что колхоз развалился. И вот Юра как раз таких прибирал к рукам. Я понял, что стоматолог не хочет меня, ну вернее, не то, что не хочет меня своими руками убирать, а он хотел, как бы сказать, Серого замазать, закрутить, вот, ну, задействовать так, чтобы и... Когда я сидел за столом, а вот этот Серый проходил за моей спиной, мне просто было жутко. Мне просто было настолько жутко, понимаете, он за моей спиной вот так проходил, да? Проходил. Ощущение было, что все, я последние секунды живу.
серого, ну, как бы сказать, рука не была набита у серого. Он просто, ну и как бы сказать, вот еще не созрел вот до этого, ну, мое счастье. А потом, сколько мы водки выпили, в любом другом состоянии я бы просто-напросто уже валялся бы под столом, под кроватью. Но здесь просто-напросто вот это чувство вот смерти, приближающейся, мне не давало опьянеть. И несмотря на кучу выпитой самогона, водки, спирта, я оставался уже практически трезвый. И я понял, что мне безопаснее всего спать рядом со стоматологом, с Юрой. Потому что своими руками он меня не хотел убивать. И мы заснули с ним рядом в обнимку. Конечно, снова похмелились, снова дернули, снова поддали, еще раз дернули, еще раз поддали. И после очередного поддатия кончились сигареты у моих друзей, так называемых. Юра говорит Серому: «Серый, сбегай за сигаретами». «А что, говорит, я, говорит, побегу за сигаретами? Пускай он сбегает». И меня послали за сигаретами. Я побежал. Блин, зачем я побежал? Ну, то есть, я побежал, то правильно, да? А зачем я обратно вернулся? Убей меня, Бог, не помню, не знаю. Отвернулся обратно, вместе с сигаретами вернулся, принес. Прихожу обратно с сигаретами, а они спят. И вот только тогда до меня дошло. Нифига себе, они спят, блин. Мои убийцы спят. Ёлки-палки, а я тут стою. Они меня хотели убить, а я встаю. Блин, ёлки-палки. Зипи-дихи.
А с другой стороны, куда я труп? Куда я эти трупы дену, блин? Куда я их дену? Трупы-то? Короче говоря, я быстренько собрал свой рюкзак. Ну и так аккуратненько. Questa notte sì, ho fui il bel colpo, ci ho dormito sempre. Voi dormiste, avrò dunque sognato. Но я к ним все-таки вернулся. Представь себе. Ужас какой-то. Где-то как раз весной. Ну, я, конечно, слегка подготовился. Ну, типа перочинного ножа там у меня было. Типа такой охотничьей ракетницы было. Ну, такой, ну, я бы не сказал, что всерьез, но я уже не боялся к нему прийти. Знаешь, я уже знал, что меня голыми руками не возьмешь. Прихожу, стучусь к нему в дверь. Юра, здравствуй! Он говорит, здравствуй, Саша. Зачем я согласилась, идиотка? Я говорю, Юра, как дела? Да, говорит, нормально дела. 2 года я приезжал. Я чувствовал смерть за своими лопатками. Я чувствовал, что любой неожиданный шаг, он... Просто, неправильный шаг. Может кончиться для меня смертью. Но получилось так, что кончилось смертью для стоматолога. Однажды зимой он замерз. Как ни странно, стоматолог был верующим человеком. Богохульство он не терпел даже во время пьянки. И он верил в своего ангела-хранителя. Я даже подозреваю, что этот ангел-хранитель у него был на самом деле. Я забыл сказать, как мы с ним познакомились. Парадокс. Человек, который хотел меня убить, при нашем знакомстве спас мне жизнь. Thank you.
не знаю, сколько душ он загубил. Но одну душу, мою, он спас. Истории можно было бы поставить точку, если бы вчера я не встретил на улице стоматолога. Мы вчера посидели с Серым, помянули покойного, все как полагается. Серый оказался неплохой парень. Иду домой. Батюшки, стоматолог на берегу речки танцует вальс. Парень жил, на гармошке он играть любил. Ну и был же парню долой, девки бегали за ним толпой. А Степка наш голубчик забот не знает, лишь смеется только чубчик, как по деревне он идет. Ты играй, моя гармой, девок к черту был бы самогон. Прошло еще годочков пять, Степку парня прямо не узнать. Ходит скучный в ночь к утру, уж не бьется чубчик по ветру. Заброшена гармошка на печке где-то, любовь не картошка, пропала Степочка совсем. На матрешке вот женился он, и не пьет уж больше самогон.